ніби тільки вчора вони розпочали кастинги четвертого сезону. Я скажу вам да. Ура! Та варто було суддям дістатися гримерки, як до них поспішає адміністратор з ошелешуючим повідомленням. У кімнаті очікування знайдено ще одного учасника. Дима, возвращаем судей в зал, срочно. Страшно просто вернуться в зал. Зачем? Могу сказать, просто страшно. Зніяковілий хлопець вже картає себе за те, що на півгодини відійшов з холу. Зараз така необачність може коштувати йому занадто дорого. Сынок, ты кто? Подожди, у меня нет вообще ни с чем работы. А ты где был? Уже зрителей нет. Вот это серьезно там, да? Это. А тебя как зовут? Антон Антонов. Мне 24 года. Я здесь, чтобы сделать то, чего я очень хочу. Как-то вот так получилось, что я пел всегда и пошел в этом русле. Неодноразово Антон чув на свою адресу, він перспективний. А отже, успішне співоче майбутнє йому гарантоване. Ось тільки сам хлопець, скільки не намагався, до своєї мрії поки що не наблизився ні на крок. Время идет, а ничего не происходит, и хочется, вот прям хочется реализоваться. Я не знаю, что тебе нужно будет уже сделать, чтобы сейчас судьи растормошить как-то. Да, это задача, конечно, я волнуюсь теперь жутко. Здравствуйте. Здрасте, коль не шутите. Представьтесь, пожалуйста. Я Антонов Антон. Спасибо вам огромное. Я немножко сейчас в шоковом состоянии, но вам спасибо огромное. Что спеваешь? Пою песню Би-2 «Вечную призрачную встречную». Я сам не свой, мой взгляд потерян. Я с головой в песчинках времени упал на дно, и метроном считает в тишине. Пока все ждут прихода истины, святая ложь звучит все искренне и прячет взгляд, и тратит яд соблазну душу мне.
Я сделал все и все оставил. В моей игре совсем нет правил. И мой герой не держит строй и лезет на рожон. Вечная, призрачная, встречная. Антон, я не поверил. Почему, не знаю. Мне как-то кажется, что мне удалось заглянуть в твои глаза, и я увидел в них пустоту. Я тебе скажу «не». Соседов, скажите, пожалуйста, что-нибудь. Но пел он прекрасно, пел он мощно, сильно, пел он осмысленно. Я говорю «да». Что-то мне подсказывает, что надо сказать «да». Я говорю «да». Спасибо, Ирина. Спасибо. Разберетесь по-мужски? А як це так? Ти поки номер 82279. От твій номер. Посмотри, що ти бачиш там. Ти бачиш пустий вокзал. А знаєш, чому ти бачиш пустий вокзал? Я тебе скажу. Ти бачиш пустий вокзал, тому що поїзд ушов. Твій поїзд ушов. Ти опоздав. Думаешь, тебе удастся впрыгнуть в последний вагон? Я верю в тебя. Я говорю тебе «да». Ты проходишь дальше. Спасибо, Серега. Я рада, что сегодня для тебя все так хорошо закончилось. Да, ну, хочется в конце сказать, что, может быть, она и к лучшему. Конечно. Вот, поэтому спасибо огромное. Я тебя поздравляю. Спасибо, спасибо. Рівно за тиждень дізнайтеся першими новини, які назавжди змінять хід історії X-фактора. В цьому сезоні абсолютно нові правила. Поїхали! Песня, что вы в ней проявили? Нет, говорю, но не берем. Обалденно, аэропорт на пригол. Алла Пугачева, соседа любит Пугачева. Можно я тебя попрошу разговаривать? Ну, нормально. Мне кажется, что ты ненормально со мной разговариваешь. Когда мне быкуют в лицо, я не могу молчать. Оля, почему такая трагедия? Я ухожу. Я не могу так. Це буде боротьба на межі людських можливостей.
связки повредил их. Как повредил связки? Честное слово. Ну что, я зря за тебя билась вчера? Так и зря. Получается, что зря. О чем поют? Хочется обнять и плакать. Наверное, беспрецедентный случай. Всем мы говорим вердикт завтра, но тебе мы говорим нет прямо сейчас. Кому стане сили пройти іть шлях до кінця? Я нічого не можу сказати. Позовіть врача. Запам'ятайте і перекажіть друзям. «It's Factor» ніколи не буде таким, як раніше. Давайте категорії поміняємо. Є правила. Ну, правила нужны для того, чтобы менять надо. Саме в цей день, зазвичай, судді дізнаються, які категорії вони будуть мати. Але цей сезон особливий. Господи, а хто записав список цю вульгарну пісню «Младший лейтенант»? Ти, Сережа.